Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Некрос и... И Данте Крис, и мы, к сожалению, не могу сказать, что прям продолжаем играть в Don't Starve Together, потому что... Почему, Рустам? Ну, потому что это новый компьютер. Да. И как бы, я так понимаю, мир не сохранился. И... Да, мир хранился на компьютере Рустама, и он навернулся. Да, мир уничтожился, и мы создали новый мир, еще более адский и сумасшедший. Да. Вон, хоррор уже с ума сошел, вот вы видите, да? Да, топор выронил. Да. Но зато... У меня, видите, что есть? Опа! Косточка. Yes. И... кетчуп. И я могу уже сейчас, да, себе уровень повысить. Есть смысл это делать? Ты можешь же его захавать. Есть смысл сразу его съесть? Ну, конечно, как ты думаешь. Окей. Ребята, кушаем. Первый уровень. Ты читер. Второй уровень. Я, в общем, половину тебе ресурсов оставлю, половину себе. То есть тут все разделю пополам. Ага. Так вот, вот из этого я все беру, да? Да, это ты все кушаешь, а я не кушаю. О, тут еды. А у тебя что там? А у меня мясо и яйцо. А тут? Вот, смотри, вот это там ящик. Ой-ой-ой, слушай. И чё, кто чё берёт? У тебя топор есть. Я буду, да, мне нужно чертежи взять, чтобы стать умным, как ты говоришь. А, я же умный, да. Ну давай, бери. А то я думаю, я рюкзак меня... изучу. Да ты умный, тебе это не нужно. Да-да-да. Я думаю, что ты меня кулаком бьешь? Это такой намек, что типа, эй, сундук-то отдай. Да, я вот тупой, я лопаты не умею делать. Ну, остальное можешь взять. Так, хорошо. Копье, чтобы сражаться. Хотя у меня есть кость. Можно, кстати, сразу вон рюкзаки себе сделать. О, давай, ну-ка. Выживание... Ну да, конечно. Оба. Четыре палочки и травка. Рустам, вот yes. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. Это все твое. Это все мое. Да. Я богат. Я богат. Да, бери все и создавай себе рюкзак, у тебя уже ресурс на него есть. Все. Я теперь. Во, видите, мы быстро стартанули. Да. А, зачем? А, ну хотя доски. Ну че? Че бы нет? Так, ну все, теперь мы будем собирать все, что... Все вообще. Ну, да, нам нужно исследовать мир и по базе. Кто будет бревна собирать? Ты? Давай ты. Да, давай я. Я буду дровосек. Я тогда собираю золото и камни. У тебя камни есть? Камни? Да. Камни, у меня 10 камней. Ну давай мне, я могу поносить, чтобы мы не забивали... Да. Рюкзаки друг друга. А, давай. А это что такое? Карандаш? А, это сломанный кол. О! Это... Что это? А, ты, наверное, Хэллоуин ивент поставил. Ну, мол, можно приносить игрушки, помнишь? А, да-да-да. Которого мы, помню, в одном из ватсплеев так и не нашли. Игрушки? Погоди, ну-ка напомни. Ну, свиному королю приносишь игрушки, да. Он дает конфеты. А. О-о-о, тут уже что, смотри, утворяется. Чё там, ну-ка. Могилки! Оу. Так, 66 мозга. Хоррор уже уничтожает кротов. Ой, соплюхи! Соплюхи валяются. Ой-ой-ой, это же знаешь, что это значит? Что здесь могут да, быть... Да, я знаю, что здесь может быть, но не может это быть. Смотри, просто как тут все помешалось. Цветуёчки. Это знаешь, это как наша погода, вот реально. Да! Погода в России. О! Опа. Убийца! У меня же мясо, да. Ну-ка. Опа! Смотри, что выпало. Шапулька. Не, это твоя. Ты же... Это, морковь это твое дело, это не мое. Да, морковь так. Это да. На. Все, я красивый. Модный. Шапка больше, чем ты. Да. Ой, циклопики. Не, ну с ними можно и сразиться так-то. Да. Давай, наваливаем. Мясо. О, мы что нашел? Я теперь вдвойне богат. Можешь мясо тоже мне сбагривать. Ага. Главное не покормить. Посмотри, ты мое мясо спер, а я такая, так, блэд. Так я не поняла, да?
Ты попробовал, кстати, колесо? Колесо? А, Г? Оп. Да. Ну-ка. Чё делают психи ночью? Типа, и самое что интересно, я случайно, я рандомно именно вот на это попал. Это мышца, типа? Да. А где у меня мышца? Типа... А, надо открыть ее. А, у меня нет? Да. Ну вот! Вот! Майн. О, ягоды. О, смотри-ка, биомчик. Знакомый. Угу. С енотами. Там сильно от меня не отходи, и то что-нибудь добудет. А, ты же у нас светишь. Свечу. Светильник. Своим глазом волшеб. Светлячок. Да. Вот светлячки еще. А их же можно поймать вроде. Помнишь прикол с яйцом? А, как, когда... Типа... Я могу его повторить. А, типа ом-нум-нум. Вот. Хоррор. Зачем тебе спиногрызы нужны? Ой, это что такое? Старое радио. Это то же самое, да. Игрушка для короля, да? Оу. Игрушка для короля. Обезьяний тотем. О! Ты когда-нибудь видел, чтобы тыква просто так валялась? Нет. Это ловушка. Нет. А может быть, она с тыквенного дерева упала? Да. А ты тыквы, кстати, смотри, ещё тыква. Что за ерунда? Это... Коин ивент, но я никогда не видела тыквы при нем. Это... Я видела светильники. Это обычно. Типа, знаешь, ловушка такая. О, тыква! О, тыква! О, тыква! Оп, в ящик попал. Ловушка для хори. Да. Идеальная, кстати. Ловушка для хори, а почему-то собираю эти ловушки я. Нормально, нет? Потому что хори это не ест. Я, кстати, тебя могу случайно убить. Опа. Ну, типа, под горячую руку попадешь с него. Я понял. Там урон-то, наверное, немало. Подожди, стой. Ты хочешь проверить? Что это? Это была бабочка. Ну, что делает Крис? Она кормит Рустама бабочками. Ну. Зэ, забота. Ну. Надо бы немножко камушку еще. Древесина у нас есть? Типа, я достал. Я достал кирку, но я ничего не делал. Ну да ну и ворона смеется. Обалдеть. Это, наверное, квест какой-то. Мы по тыквам сможем найти что-то. Возможно. Ой, зачем я собираю цветочки на тебе отдавать? А, да. У меня три. Три цветка. Три цветка. Как назло, на этом биоме нет свиньи. Так, делаем ставки, господа. Сколько мы будем искать? О, я вспомнил, как мы свиного короля искали и не нашли. Кстати, не факт. А ты говорила, что еще какие-то короли бывают? А, да, разные, в зависимости от биомов. Так, посмотри, цветочек. Какой, злой? Нет. А, нет, добрый. Пихаю Рустаму тыквы, он даже не замечает. Держи вот цветочки. Вижу, вижу, вижу. Все, сейчас сделаем. Собираю, тут у нас тут псих маленький. Венок, венок. Еда. Нормально, с одного удара. Жесткий пипец. Бамс. Давай, стреляй прямо из этого. Бамс. Бамс. А, ну давай ради прикола, ладно. Давай. А чё он его бьёт-то сразу? Раз! И что? Ничего! Вау, как сильно! Лучше так, по старинке. У меня уже 22 мяса. Тихо. Ну, с голода ты точно не умрёшь. Но ты же это мясо не ешь вроде, не? Ем. Ты ешь только мясо? Я ем, да, мясо. Но любое? Да. О, золотишко. Конечно... Предпочтительнее мясо монстра. Золото давай мне и камушки мне. Окей. Еее! Чё-то тут много флауи развелось. Да? Так, куда мы пойдем? Давай посмотрим по карте. Смотри, там... А, там, подожди, а почему мы выше не пошли? Ну-ка.
Смотри-ка. Там был что-то какой-то проход, где обезьянки. Может, выше пойдем? Давай. Как вариант. Сколько у тебя там цветов? У меня цветов 6 штук. Всего? Да. Надо тебе помочь. Всего лишь. Со сборами. О, можно прям по дорожке побежать, мы, может, что-то быстрое найдем. Хоррор. Чё-то такое быстрое опять. Чё такой быстрый? Ты чего такой серьезный? Да. О, тыквы. Это уже ваш профиль. О, тыква. О, тыква. О, тыква. Нас постоянно пытаются поймать. Это что-то да. О, турель. Мамкази. Их много. Что их ночью можно убить. Что, ночью? Да. А в смысле, какая разница, когда? Кстати, вот Грейленд, но... Подожди, а какая разница, когда? Ночью или днем? Они просто так убегают, а ночью спят. А-а-а. На фарме быстро. Не догнать прям? О, давай. Мне как раз факелы нужны. Погоди, мне кажется, или я от уровня быстрее собираю? Уж, блин. Или мне кажется? Ну, я не помню. Там же этот мод, помнишь? Ну, бегаю я точно быстро. Бегаю я-то... Ух ты. Ты чё вытворяешь? Ша! Ша! Ну, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо этого делать. Чё у меня с рассудком? Я с ума сошел. А, ну да. Я забыл. Точно. Ну, если чё, ты там... Говори. Если тебе все очень плохо, я могу помочь. Ну, 19. Как бы... Сейчас подожди. Опа! Хэддог! О! В смысле? Не спрашивай. Не спрашивай. Кого ты убил? Смотри, сколько лута. Сейчас мы тут нафармимся. А что-то я мясо тебе не могу дать. Так я потому что бегаю. Давай. Подожди. Гони мясо! Есть мясо. Айси найду. А чё ты... Нет, а чё ты это, как его, пауков-то убиваешь? Чего? Ну, типа... Это же, скажем так... Ну... Я... Знаешь что? Я думаю, что пауков здесь потом будет предостаточно, поэтому нужно вообще не париться. Ничего. Не будешь их хранить. Тем более, что карта-то настолько огромная. Что мы все равно сюда не вернемся, да? Да, я не думаю, что мы сюда вернемся. А, ну тогда. Тогда все логично. О боже, сколько их тут. О, мясо. О, погоди. Нет. Наказывать! Нет, не мясо. Нет, не мясо. Где он пупенный? Я лучше копьем их буду бить. Воу, 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 воу. Паску. Оп. Мощь. Да мощь. Да аккуратно, да. Не, ну а чё? Нормально. Я же имба. А, не, смотри, у тебя жизни вообще сколько? 100? 100. Или сколько? 100. Так я бью-то не костью, а копьем. Так что все по-хитрому, да. Я думаю, нам по... У нас получено 35. Чего? У нас 35 паутины уже. Нормально. Она как раз нам нужна, тут много чего из нее сделать можно. Да. И говорю, мы есть. Найдем свинку на фарме. Мы просто опустошаем мир. О, что это такое? Прости. Бинокуляр какие-то. Взять, что ли? Че, будешь высматривать кого-нибудь? Высмотри нам свиного короля. Ну-ка, оп. Ты что, не Время. Можешь? Давай. Не хочу отдать. 43 паутины. 43 паутины? Воу. Ха. Нормально, попилил. Подлечился. Попилил кость! О боже, я не хочу. Окостенительное лечение. Ой. Ой. Ой, мясо мне. Да что ж такое, мне... Нет места. А, погоди, у меня сопли тут какие-то, нафиг они не нужны. А, золото есть? Золото есть. Камни есть, так давай мне что-то. Освобождай. Камешки. Нет, камешков нет. Селитра. Есть всякая есть ерунда, селитра. Типа бинокуляров и старого радио. Окей. И чё у нас подождим? Куда мы забрели? Предлагаю пойти либо куда-то наверх, либо в червоточину. Ну конечно, в червоточину! Ну конечно, ну конечно.
кто как... Что это? Тулицит, который не подобрать? Подожди, я могу прыгнуть? А, ну это типа так. Нет, не могу. Нет, его нельзя. А как его взять-то, в принципе? Что творится? Вообще никак, что ли? О! Лунный камень. Почему бы не добыть? Весьма редкость. О! То есть тулицит вообще никак не взять, он для красоты. Ну, типа, печалька, ты его не возьмешь никогда. Ну, игра издевается. Кстати, знаешь, что еще надо искать? Шестеренки. Да, для холодильника. Да. О, да. Для священного холодильника. О, смотри, паучок спит. Проснись. Не понял. Проснись и засни навсегда. Ставили его без дома. Ну чё, червоточину прыг-прыг? Угу, где она? Шмык-шмык. И где же мы окажемся? Мира. А теперь отдали мышкой камеру на карте, посмотри. Обалдеть. Да, соглашусь. Папоротник. Пупоротник. Эх, я так надеялась. А что это за звуки? Кто там урчит? Обычно такие звуки на болоте. What is that? А, это игрушечная кобра? Игрушечная кобра, слушай. Это тоже, типа, королю отдать можно? Да. Как вы там, помнишь, говорили, что король свиньи любит пробки? А, да-да-да-да. Он за любую вещь готов золото отдать. Он еще какая-то игрушка. О, а, нет, это... Да, скажешь прикол, смотри. Перчатка. А, я не могу это съесть. Ты не можешь съесть перчатку? Я не могу съесть. Ну-ка. Вот это не могу. У меня вот уже весь рюкзак в этой ерунде. Игрушки, перчатки, радио. Я прям хранитель этого, не знаю. Антиквариат. Публик. Смотри, сколько морковки есть. Ну, это по моей части. Ну, да. Обезьянья лапа. Ты у нас типа на диете, а я... Ага, обезьянья лапу ем. Помнишь, был мультик про Симпсонов? Да, Гомер загадывал желание. Да. Ой, уже за нас все сделали. Ну-ка. Я вот, кстати, не знаю. Я помню, один раз мы подобрали его, и у нас игра вылетела. Как думаешь, стоит ли его трогать? А, наверное, нет, типа. Ну, я так тоже думаю. Ну, а зачем? Так что, мы что, будем тут жить? Ну, давай. Смотри, меховой спальник, типа, машинка. Вон. Холодильник. Холодильник нам даже не нужны эти. А... Мазь лечебная. Смотри, как тут все классно. Ну, честно сказать, не очень прикольно жить возле воды, и фиг знает, тут ресурсов ничего нет. Значит, дальше пойдем. Я предлагаю сделать следующее. Mm-hmm. Смотри, короче. Вот у нас и шестеренки есть. Вот у нас и ресурсы есть. Так, ну мазь я тогда возьму. Ой, у меня еды много, у меня всего много. Мне бы короля найти, чтобы ему это все отдать. Потому что тебе лечиться надо, кстати. Вот, смотри. Железа. Да не... Ну, хотя, да. Сейчас. Оп. Попилил. У меня попилил. Метатонская пила, смотри. Ням. Так. Кактус. Ну, подожди-ка. Куда мы пойдем? Вверх, вниз, вправо, налево. Влево, боже мой. Вверх. Лево, право, право, лево. Чё мне три кирки? Тебе кирка нужна? Не, у меня есть. Окей. Мне места нет. Надо избавляться от них. Мне нужны цветы. Мне нужен венок. Я бы тебе поделилась цветами, но мне их нет. Десятку умней. У меня уже ягоды начинают гнить потихоньку. Да? Вот это плохо. Опа. Такое. О, тут лев будет, смотри. Мы нашли оазис, хорошо. О, еще спальник. Папочка, ну-ка. О, красиво. Можно спальник взять. Так, хочу взять спальник. Прям не знаю, что с этим делать.
Интересно, а вдруг муха где-нибудь здесь? Вблизости. Муха? Смотри. Еще биом. Биом, который в биоме и который еще на биоме. И Ториэль. И Ториэль, да. Бородатые. Тебе нужна вставная челюсть? Типа, у меня места нет все равно. Ох ты. О-о-о. Грибная полянка. Тут, кстати, тоже может быть. Так, лагерь я тебя что-то потерял. А, не, ой-ой-ой. Что такое? Еще один лагерь, смотри. А, о, тут еще и палатка есть. Тут еще и грядка и... есть. А еще тут поблизости живет лягушка. Фу, ненавижу. Да. И еще мне что-то опять это... Тебе плохо? А-а-а. А вот сейчас... А может быть сделаем... кострище? Здесь? Да. Так что жить? Ну а что нет? Рядом с лягушкой. Самое оно. Да, они просто будут выпрыгивать все время и мешаться. Хорошо. Ну как хочешь. Тогда... Ваше дело, сэр. Нет, давай даже сделаем так. Как? Я сейчас поем. Восстановлю себе мозг. Ну, допустим... А мне что делать? Разрушать, нет? Ну, можешь разрушать. Я просто немножечко посплю в палатке. А, так хочу. А, так ты... Ну, окей, давай. А то у меня так мозг... Так вот спальник еще валяется. Мозг болит. А, мозг болит, ладно. А я пока помочу тут что-нибудь. Так, ну-ка, чтобы мозг... ты мной гордился. Что ты будешь делать? Я буду... Только не поджигай... Заготовку. Палатку, пожалуйста. А так хотелось. Ну вот. Так, да я просто заготовки сделаю для этой, для машинки нашей. Но мне уже лучше, у меня уже музыка в ушах не ворчит. Хорошо. Мозга мало. Что такое? 74 мозга. О, только ставить ее не. Ну вот. И как тебе? Меня палатка выплюнула. Нормасик тебе? Да, 58. Так, есть. Что опа. Такое? О! Это лягушка! Я думал, это... Я тебя испугал! Я думал, это дерево, короче, тебя кусает. Меня облизывает. Ой, гниющие лампочки. Она будет страдать. Панцирь. Ну чё, давай тогда еще что-нибудь порушим. Я нашел ничего. Чё ты нашёл? Ничего. Там ты и прикол. Я нашёл ровным чётом ничего. Каки. Собирай каки. Есть место? Мне места нет. Подожди, ты же уничтожила... А, у меня подарок был. У тебя был подарок? Да. Чё? Ну как я... так? Ну давай... Давай я тебе... О. Подарок-то всё. Ну? Поехали. Ну, вообще должны дать. При хорошем раскладе должны вау. Дать. Да. Будешь открывать. Вау, ты видишь, что мне дали? Да. Варчест, это нужно открывать. Там, где я тебе говорила. А, то есть я не могу в игре его использовать? Сейчас нет. Ну ладно. Можем открывать. Это кейс. Хотя, кстати, вот это вот. Что за. Опять она возродилась. Что там? Я опять съем ее ножки. Лягушка. Она под деревом. А, здесь пруд, я понял. Ой, блин, тут берёмки. И пауки. Немножко что-то. Что это такое? Может быть, я... Смотри, кого нашел. Белые пауки. Ау. Осторожно. Тебе лечиться надо? Да не. Это тебе лечиться надо. Ты же хоррор. На тебе, вон. Че, кого? Нет, нет. Ну что такое? Да ты чё, фармтейл у нас? Да вообще. Нет, хрень! Не-не-не-не-не-не. Надо его побить. Блин, из него шерсть. Несвежая питая. Ну что ты будешь делать? Ты можешь скармливать мне всю еду. Опа, пауки. Бам. Бам. Ты вот как-то вот... Паучкам недобр. Не любишь ты. Так, я побежала наверх, тут болото, мыши. Я как на даче такой, знаешь? Дачный такой. Я с дачи. Боже мой!
Ну... Куда мы бежим? Кто мне скажет? За мной кто паучата бегут. Расскажет, боже мой, смотри, сколько мы пробежали. Немало так. Да. Хочется где-нибудь вообще при хорошем раскладе в лесочке поселиться. А еще лучше рядом со... Поприятней. Со свиньями, да? Да, со свиньями. Бесплатное мясо. У меня мясо пропадает, как жалко это, так, а там тупик. Так все хочется сколько подобрать, деревьев? Да? Грибное дерево, а что из него выпадает? Обычная древесина или как? Древесина и грибы, как ни странно. Ух ты, ну-ка дай-ка я посмотрю. Хотя аккуратно. По... Да вот, ну на. Они аж гуана. Они так меня боятся? А нечего было, лезть. А, Рустам. Что? Смотри. Чего такое? Подожди, сейчас. Я срублю. А, гриб синий выпал, но мне не надо. Стой! Стой! Что такое? Я пытаюсь мышку убить. Я так хочу где-нибудь построить. Ты именно наш! О, да. Что это? Не готовый? А, о, зеленые грибы, это давай. Что чё это? Тут творится? Чё это? Вы их в камень превратили, что ли? А, ну тут алтарь лунный. Ух ты, смотри, цветочки. Ага. Это давай. Так. О, свинья, так. Это интересно, может быть там король, я ему все отдам. Может быть, да, где-то возможно. И еще тут есть эта червоточина. Угу. Мне просто интересно быстренько пробежаться и смотри-ка еще домик. Угу. О, статуя Максвелла. Можно мраморную броню сделать, да, из него? Ну-ка, сейчас добуду. Я так просто быстренько пробегусь. Что это? Это фигура... Ну, давай учить. Короля? Нет, подожди. Да, это не там учить надо, это надо у станка специально. Я помню, как ты меня уничтожила, да. Да, Егорка уничтожил станок. Инк сидел и плакал. Слушай, у меня места нет совсем... Вообще у тебя нет места, я уже тут пробежала, все, я смотрела. Ты, наверное, уже весь мир рассмотрела. Пытаюсь. Я реально не могу ничего взять. А что там у тебя? У меня что-то конец всякой ерунды. Ну, паучья железа. Мне, знаешь, это такое ощущение, как будто я клептоман, мне все хочется взять. Все спереть, стырить, оставлять жалко. Может туда сходить. Ну вообще, это игра такая. Тут оставлять жалко вещи, да, которые валяются. Да. Он даже вон паутина лежит, а жалко ее оставлять. Что у нас тут? Ой, венок, отлично. О боже, тут развилка такая дикая. Так, тут идет какой-то каменный биом, понятно. Что у нас наверху? Чуть повыше. Чуть повыше. Да ну чуть что повыше. Такое? Что это такое? Что? Снейл. Этот Снейл, короче. Снейлс! Паучки. Нет, мы, конечно, что можно. Это? Шар из циркония. Чего? Чего? Что ты там нашел? Я не знаю. Ты эти фигнюшки-то пока можешь выбрасывать. Ну, они же для короля. Для Но короля мы, скажем так, еще не нашли. И не факт, что найдем. Можно, да? Конечно, в лесочке каком-нибудь поселиться и особо не париться, там уже потихоньку мир исследовать. Ножи из сетхоум. Это да. Ну, хочется так, чтобы, знаешь, не возле воды было. Ну, да, вот в тупик-то чё? Чё у нас тут? Опять грибные поля. Я хочу посмотреть на карту. О. Господи Иисусе. О! Чё ты там не отдаёшь? Ну, что-нибудь отдаю лишнее. Я пока пожру. Набью своё брюхо ненасытное. О, нет, только не кролик. Опа. Нет. Королю. Ноу. А ну иди сюда.
актерская жопа. Морковка. И что? Зайчий хвост. Зайчий хвост. Можно сделать из него, не знаю, шапку? Домик можно сделать вроде. Еще один! И опять возле воды. Ну что, мы будем селиться тут? Ну... Ну хоть где-то. Тут такой ровненький квадратик, да, типа, ну, так да. В уголочке. Можно красиво. Симпатично. Главное, чтобы пингвины зимой оттуда не... Ну а чего нет? Это еда лишняя. Ну ладно. Ну и что нам делать? Селиться здесь, наверное. Мне подарок так и не дали. А, прикол в том, что чтобы поселиться здесь, нужно все расчистить, а тут цветы растут. Ну так давай их выкапывать. Короче, тут выкапывать не получится, нужно пожечь. Один, в общем, поджигает, и будем тушить. Готов? Окей. Сейчас надо что-нибудь выбросить. Желательно вещи такие, которые могут гореть. Подальше. Так, кирка. Сундук можно уничтожить. Холодильник, я не помню, горит или нет. Да, я думаю, не должен, он железный. Хотя, смотри, можно... Где? Опа! Оп. Так, это убрать, холодильник оставить. Сундук можно. Сейчас мы его переставим. В остальном сейчас посмотрим. Так, это взять. Моё. Ягоды портятся. И поехали, сейчас попробуем. Так сложи ягоды, поводи. Не, я их всех съел просто, ради прикола. Молодец. Холодильник горит, нет? Да нет. Да вроде не горит. Ну это было бы глупо, если бы холодильник горел. Ну конечно. Железный. Другое дело. Папайруса убрать надо. Где? Ну вон. А, да. Убрали. И фонарь. Вот фонарь опасно. Я не знаю просто. Я помню, мы играли последний раз, когда просто так. А упал. Можно его куда-нибудь? Сжечь. Мы когда по фону играли, он работал. Вот в чем. Лягушка. Я думаю, включите. Лягушка взял. Так, я вот попаду на. Эррор, вдруг тут эррор. Он такой. Давай, включай фонарь, давай. Включай. Есть. Семки. Ну так-то вроде все. Почистили. А! Упс. Ой. Почистили, а. Да. Бывает. Да складываю мяско. Хит-доги. Чё у нас ещё такого? Ну и все, можно строиться. Ну мы вот. Можем... Чё? Сейчас я положу ягодки. Все положу. Все положу. Наложу. Угу. И сундучки теперь надо делать. Да. Надо бы сундуков наделать. И, а знаешь... я всё тебе отдал. Всю древесинку. Да, что делай, давай. Да, без паники, все нормально. Мы можем это вот сюда поставить. Опа. Готово. О, смотри, убыль. Хижина зайца, ну. Шахматный пол. Да у меня не хватит. Сейчас будем сундуки хватить. Я будем сундучки. Четыре хвоста. Так, ну давай здесь. Где-нибудь поближе. Или к тому сундуку поближе. А, того сундука нет. Ну, давай, короче, тогда как-нибудь вот тут. Угу. Сколько, я не знаю, будем делать. Чё? А, ну мне там уже нет. Так, вот это всё лишнее я хочу убрать. Снейлы все вот эти вот вещички, перчатки. Это все для короля. Сейчас настроим. Вот. Ту-ту-ду. Как мы быстро восстановили лагерь, да? Ничего не делает! Да, просто походили. Ну, это мы с собой возьмем, это... О, ну и все, и вот это. Так психи выживают. Да. Ну, вот сколько места-то, ух. Да. Сейчас будем обустраиваться. И холодильничка, думаю, парочку, да, сделать. Нам одного не хватит, да? Нет. Не думаю. Пусть будет. Вроде ровно поставила. Вот, да. Не свежий хот-дог. Какая гадость.
Не трогай, это мое. А грибы-то кто складывает? Ящики не попадают. А, да, кстати-то. О боже, сколько украшений всяких для короля. Ну, допустим, ладно. Игрушки даст. Я их не трогаю. Я все тебе отдал. Все. Ты прям туда все поскладывал. Да, да, да. А, пожалуй, я создам еще один сундучок. Следующий. Следующий, Вася. Ну-ка, давай. Или, может, даже парочку. Не, я думаю, уже многовато. О, сундучок. Подарок! Теперь мы в расчете. Что там? Ну-ка. Подарок, 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 подарок. И да. Да. У меня тоже получилось. То же самое. Да, пугна. Будем открывать. Подписчикам не скажем, что нам выпало. Сундук пугны. Мы утаим от вас эту информацию. Так. Ну чё, давай тогда еще парочку создадим. Давай. Я думаю, что один будет в себе украшения содержать, а второй какие-нибудь такие вот материалы нужные. Папирус. А где папирус взять? Ну, на болоте. Ты не поверишь, твой брат обитает на болоте. Папирус, ты это слышал? Нет, неправда, он обитает на моей голове. Да, только его сейчас не видно. Так, коротко, кстати, об угле, который нам... Жечь! Беспредельничать! И он весь разный, посмотри. Это как у меня в Life is Strange, Хлоя пожары любит. В споре много общего. Ладно, с моим Хлоем. Отлично, горит. А это что такое? Роза... Что-то... Опа, это этот... Как его? Атроцитус хотел сказать. Атриум! Да. Отлично, возле нас целый атриум. А если там еще будет машина специальная для изготовления разной фигни, так вообще будем жить припеваючи. Можно даже третий холодильник создать, но нет. Мы вдвоем живем, нам хватит. Че там палатка? Чуть подкрепиться мне. Я создам себе брюн. А создай-ка, знаешь что? Огонек. А! Кострище. Действительно. Так-то, с чего надо начинать создавать лагерь? А я просрала все бревна! Тихо, у тебя камни есть. Но мне нужны бревна еще для его создания. Два. О, черт. На камни я все тебе отдал. Да сжег все деревья. Ну, отлично. Молодец. Бревен нет, но бревна. Ладно, сейчас добудем. No бревна for you. Ща добудем, не пугайся ты так. Вон бревна растут с грибами. Тебя не смущает, что смотри, мы как бы на поверхности, но вот здесь свет сверху исходит священный. Ну да, это нормально. Тогда мы можем вот здесь выращивать деревья какие-нибудь всякие. Вот тут огородик разведем. Давай. Дачка, отлично. дачка, я же говорю. Да, дача. Два дачных скелета. Что это? А, да... A magic mushroom. Во, сейчас будет нам кострище. Давай, я хочу морковку изготовить. Ща я намучу. Давай. Или хочешь ты намути, у тебя есть... Ай, ну ладно, поздно. Я уже сделала. У тебя там типа скин красивый. А, подожди-ка. Давай я сделаю, действительно. А ты можешь это сделать? Кострище, ну мне камни нужны, у меня есть... Я просто уже один сделала, типа... Он у меня вот уже, я его могу поставить. Заранее, типа, а его нельзя это разделать, типа, ну, обратно. Нет, ну ладно. Ну ладно. Пикап нужен. Ладно, давай сделаем. I'm hungry. Я тоже hungry. А как его? У тебя там тыквы. Бездонная яма. А, вот. Как там? А, я тоже, типа, нажал и не могу. Я тоже не могу его переделать, типа. В смысле? Типа я уже... А, ты стандартный выбрал? Да. А-а-а, ладно, делай стандартный. Я не знал, что он так работает. Как его обратно? Нельзя никак его, да? Никак. Да ладно, черт. Отлично. Дай камни, пожалуйста. А, ну да. Я хочу сделать очень важное. Буду готовить еду. Сейчас мы с тобой замутим себе, да.
О, отлично. Все. Я думаю, что... Теперь время есть. Оп. И оп. Грибочки. Скитищ. Сколько казанов? Чем больше, тем лучше. Ну, два, как минимум. Как минимум пусть будет три. Теперь смотри, у нас пропадает еда. Логично? Логично. Что нужно делать с едой, которая пропадает? В холодильник. Вот он! Или, okay. Или готовить, да. Тыква есть. Что будет, если добавить две тыквы и, например, пару мест? Здесь не будет каши. Опа, что? Держи его, ягодки. Бутербродик какой-то. Ты бутербродик замутил. Угу. Не, это ты вроде замутила. Умеешь готовить. Ух ты, острые чили. Прикольная штука. Еще и хелсов добавляет. Да. Пам-пам-пам-пам. Я бы грядку могла сделать. У нас там огородик внизу вот как раз таки там построен. Ага. Подожди, а если я... А, приготовленную еду уже не приготовишь заново. Хитер. Логично! Хитер, да? Ой, сколько всего. О, джем. Тут семки выпали. Оба! Чё творю? Оп. Оп. А чё приготовилось из тыквы-то? Я так и не увидел. А, рататуй. Так, джем, горсть джема, монстр лазанья, острый чили, хот-дог. Ну-ка, подожди-ка. Чё, помутим что-нибудь? Ой, я сделал острый чили. Сейчас смотри, будет несвежий беррис. Две этих и один грибок зеленый. Вот сейчас ерунда какая получится, а? Интересно, а что будет, если смешать четыре тыквы? Что будет? Какая-нибудь тыквенная фиговина. Прикольная. Ух ты. Я, кстати, могу быстренько вроде палатку замутить. Как она там делается? Там паутины много надо, как раз у нас она есть. У нас, да, фига. Выживание... Навес. Веревка, да, древесина и паутина. Ну, у тебя, это у тебя все есть. Я тебе все отдал. Палки. Сейчас нам мутим. Палки. Ну, как раз у меня 23 палки. Нифига себе ты. Крутой. Че это? Цилиндр могу сделать. О, у нас уже все есть прям. Боря, шо ж ты, бедный, кушать все время хочешь, а? Золото ты наше. Да, палатка. А, вот сюда давай. А, ну, поздно. О. Я поставила сюда. Так. Ну, нормально. Так. А. Вот ты читер. Мне нужно мозг подправить. А ты подготовился. А то я, к сожалению, не ем. Его ешь ты. Ой, сколько у нас еды. А чили я ем? Чили жру. Жру. Объедаюсь прямо. Обмазываюсь им. No. А, все, чё я? Мозг-то полностью восстановился. О, да. Ну-ка, давай посмотрим. Там еще есть навес для сиесты. Пару рататуев возьму с собой. Так, значит, здесь у нас будет хоум, да? Кстати, да, надо set home прописать. Попробуй. Ну-ка, как, enter? Slash пишешь через slash. Там, где знак вопроса. А где, как писать-то? Y или что? А, вот, ну, сказать. Switch. Set home, да? Да. Ой. Что такое? Да у меня этот... Не так, пугай. Set home. Home set. Надо резки потом подобрать. Ага. Некрососе home. Да. Тогда давай я быстро наделаю тут еды из оставшейся, а то она пропадает, жалко. Так, еще на одну похлебку хватит, остальное тогда все сбагрю сюда. Пока что. Что-то я тоже проголодался. Распределить все. Тут у нас сокровища будут лежать. Тут камушки. Вот это еда, вот это да. Веревки. Все в холодильник, отправляйся. Так, трава.
Мне даже палок нет, обалдеть. Все потратила. Так, что у нас тут? Какушки. Какушки у нас вроде где-то там лежат. Какушки-то у нас... Мы же, может быть, мы эти сделаем, как их? Грядки или не особо надо? Одна грядка уже есть. Кто-то опять положил семки не туда. Где? Где грядка? Грядки внизу. Вот это кострище, да? Внизу грядки, в смысле? Где внизу? А! Там, вот дети, поговорю, типа, у нас садик маленький. Отдельный такой сад. Ну да, я тут, тут грядки, тут, тут палочки можно посадить. Такие дела! Что у нас тут? Камушки. Шестеренки. Ну, так-то все понемногу. В принципе, все, можно... все, что есть. Все, все, что нужно, есть. Кстати, мы там, помнишь, ковра много видели. Да, да, да. Красоту наводить. Можем сейчас там красоту навести, да. А можно так-то и здесь нам закончить сегодня. Угу. Мы уже вон сколько за одну серию и сделали. Смотри. Мир уже такой склонился перед нами. Вот, говорит, вот карта, ребята, вот она. Она аж мигает. Ну-ка, подожди, я тоже хочу посмотреть. Обалдеть, посмотри, если на максимум отдалить, это просто мир нереально огромный. Да. Весь его исследовать. Он что-то даже как куб какой-то мигает, да? Заметила? Мигает? Или это у меня только куб мигает? А, так это, это я... А, это ты! Вот я думал, что мигание? Да я в беспределе. Тынь. А. Я мусорю. А, у меня мигает только когда... Я, короче, буду мусорить, а ты будешь убирать. Короче, теперь у меня не мигает просто так, а мигает, когда я на мапу смотрю. А-а-а. Вот так вот. Вон оно чё, Михалыч. А-а-а. Так. Я тут немножко тогда нам домик быстренько расчищу. Ты, кстати, у тебя есть такая штука? Её не подбирал? Виллы? Может, мне быстренько помочь, и на этом мы тогда остановимся. Я просто хочу всё раскидать. Виллы? Сейчас. Ну, слушай, ну мне нужно два кремния. Кремень, кремень. У тебя нету кремня? Не, я же все тебе отдал. Все прям вот это вот вырывать, да? Помогай, то я тебя покусаю. Да. Сейчас мы тут все. Я вон еще. А у тебя хочу. А! Даш меня заносит. Все, тут мы. Что такое, чем прыгает? Я тоже прыгнула. Его, видимо, веселит это, да? Ты прям все что ли хочешь вырвать? Я не понял. Я вылетела. А? Почему-то. С сербака. Я уже начал паниковать. Все нормально. Без паники. Ты не. Я же сказала, я выкопаю, и мы на этом закончим. И игра такая, окей. Это да. Знаешь, типа, у меня... я тебе рассказывал, что Injustice вылетает, да? Да. Я такой, ну что ж, дорогие друзья, на этом... И она такая, пынь. На этом точно все. Типа, слушай, а что-то лягухи прыгают, это нормально? Одна, две. Но они должны прыгать, потому что они неподалеку. Ну что ж, ребятки, мы сегодня вот так вот на этом закончим. Игра с нами солидарна. Да. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы, которые будут в описании под этими видео. И до следующих серий, ребятушки. Всем пока-пока. Всем пока.